перечитать. Она решила перечитать любимую книгу в свободное время. Учитель попросил студентов перечитать текст и обсудить его на следующем занятии. Мой друг любит перечитывать письма от своей бабушки, чтобы вспомнить свои детские годы. Дочитать. Я собираюсь дочитать эту книгу до конца недели. Он решил дочитать до самого конца этот учебник перед экзаменом. После обеда я обычно дочитываю оставшиеся страницы газеты. Причитать. Мне все время кажется, что вот-вот кто-нибудь начнет причитать. И хватит причитать. А его мать умирает. Он начал плакать и причитать, как ребенок. Причитаться. И за это мне причитается всего $10 сверху. За работу мне причитается 1000 рублей. Я знаю, что мне причитается. Отчитать. Родители отчитывают детей за плохое поведение. Учитель отчитывает ученика за опоздание на урок. Ему нужно отчитать и наказать. Отчитаться. Он должен отчитаться перед начальством о проделанной работе за прошлую неделю. Студенты обязаны отчитаться о выполненных исследованиях на семинаре. Каждый сотрудник должен отчитываться о своих достижениях и проблемах на ежемесячном собрании. Зачитать. Учитель зачитывает стихи на литературном уроке. Ведущий зачитывает список победителей конкурса. Мама зачитала сказку своему ребенку перед сном. Зачитаться. Письмо зачитывается вслух перед отправкой. Подробности контракта зачитываются перед его подписанием. Новость зачитывается на радио перед выпуском новостного блока.